Значит, за съемками. Давай, давай, не слежь. Сейчас Николай еще все расскажет. Рассан, понимаешь, что там? Нет? Что? Лёха, лапы, эпи! Лапу, а кто сказал, что два касания? Кто сказал, что два касания? Два касания сказали! Давай, погнали! Выйти с тобой один на один, выйти. Это грудь не повторяю, пацаны, хороший бы РПЛ, такой спарринг, надо себя показывать, надо играть в футбол, ну кайфовать, вот правильно мы говорим, ну как Еврокубки, короче, вывеска, класс, надо выходить мне и это, не зажиматься, думать, как нам что-то, себя показывать, все же в глубине души себя хотите, все в России играть или во Франции, сейчас даже такая Россия, вот, пожалуйста, приехали, вот, пожалуйста. Забиваешь, я же сказал, кому кого забьет. Ну, Васька, ты забиваешь, и все, твой агент уже варики тебе найдет, как мы говорим. Давай, вот туда побежали, и пошла работа. Ну, лучше сюда говорить, варики есть? Хана всем, Степа. Сит убегаем, ты догоняешь. Васька, смотри, что я делаю, я это сит. Я бегу, он меня догоняет. Теперь Васька встает, и Васька уже догоняет. Наоборот. Плав такой. Теперь кто встает, начинает догонять. То есть ты догонял, когда он лег, ты уже убегаешь. Всем понятно? Догоняй! Догоняй, Вовка! Что, опять ты? Ложись! Егор, давай, догоняй! Сид, догоняй! Кому ложись? Мудрый догоняй! Да быстрее думай, Сид! Ложись! Пошел за ним быстренько! Сид, догоняй! Хорошо! Коба, ты! Коба, ты уже убегаешь! Степа долго ждал этого, чтобы на поле выйти. Приятно очень. А, молодец, супер. Вернулся и чуть-чуть направил. Моя команда, здесь 8 носков. Просьба поблагодарить тех, кто выиграли 7-7. И тренер у вас кто-то был? Виталий Васильевич? Нет. Вот ему... Нет.
Всем по пару носков, что позже. Все, пацаны, спасибо. И давай, чуть-чуть эмоций, на завтра копим. Уходим. А ты все тут... Они тонят. Убери камеру, убери камеру пока что. Что у Бурова, Пума, у тебя... Да тебе! Бур, где мои? Твои? Твои, да. Все, ушли на я. Давай сюда. А зал, ты сказал зал, да? Ну, одни залу, одни. Бантери, одни мне. Здесь три пары. У тебя три, да? Нет, получается, Тимберу вот ничего. Ну все. С вами на вашу сборную поехал тогда. Все, тут маты идут, не снимай. Или ты запикаешь? Да. Говорят, что носки не дорого. Сколько? Ну, за десятку там. А как вот две пары? Дай ты подари. Десятку. А как вот две пары? Нет, так это ж, это Тимбер, он же сборный. Мне просто дали, я...